К встрече иностранных туристов в клубном отеле «Акватория» готовы. Здесь им смогут предложить первоклассное обслуживание и настоящий русский колорит. У нас очень много останавливается гостей, которые приезжают за Волжье в Городец по работе. Соответственно, все они в основной массе, наверное, я скажу действительно в основной массе, останавливаются у нас. И да, им нравится отдыхать у нас. Люди очень приятно совмещают работу и отдых. И тех пейзажей, тех видов, ну, все говорят, что таких нет на самом деле у них. Для тех, кто даже на отдыхе не может полностью расслабиться, в отеле есть комфортабельный конгресс-холл, где проводятся семинары и тренинги. Мы проводим здесь семинары порядка 30 в год. Скажу честно, обращался я и в другие отели, дома отдыха, но такой клиентоориентированности, которая присуща только акватории, я здесь в Нижегородской области не находил. Поэтому здесь мне удобно. Здесь отвечает всем моим требованиям с точки зрения размещения участников и с точки зрения самой аудитории, где я провожу. Поэтому мне здесь удобно. Чтобы всегда быть в отличной форме, можно посетить спортзал. К вашим услугам и силовые, и кардиотренажеры. После тренировки особенно приятно посетить настоящую русскую баню. Она стоит прямо на берегу Горьковского моря, чтобы прямо из жара можно было с разбегу броситься в прохладную воду. А затем отправиться в уютный номер со всеми удобствами. В отеле даже есть номера с детскими комнатами. Неудивительно, что акватория так популярна среди семей с детьми. Как вам здесь отдыхается? Хорошо. Единственное, только что погода пока еще никак не наладится. А каким составом? Мама, папа, я. У нас уже традиция есть того, что у нас здесь празднуется свадьба. У нас здесь ходят беременные мамочки, и потом, соответственно, на следующий год эти мамочки приезжают с детками. Очень приятно видеть тех постоянных гостей, которые приезжают вот именно из года в год, из поколения в поколение. Очень много детей, которые выросли у нас здесь, которых мы знаем еще с колясок, с младенцев, которые действительно выросли здесь. Поэтому одна из направленностей, наверное, нашего отдыха, вот именно на семьи с детьми. Здесь вообще как в сказке, свежий воздух, тишина, покой. Мы вот сбежали от городской суеты. Кормят вкусно, в общем, очень здорово. Потом можно будет сюда с маленьким приезжать тоже. Здесь много таких. А недавно в отеле появилась новая традиция. Молодожены, которые отмечают здесь свою свадьбу, сажают деревья в знак создания крепкой семьи. Акватория – место, где хочется проводить лучшие дни своей жизни.